Привет, меня зовут Александр Иванчин, и я один из основателей распределительной системы Валли, которая работает на смарт-контракте. В первую очередь я хотел вам сообщить, что вы, скорее всего, уже сами заметили, что стал доступен независимый аудит от первой компании, которой мы его заказали. Также мы прошли стримовый аудит от Криптоманьяк. Он не нашел никаких либо бэкдоров и еще чего-либо, что могло бы навредить нашим участникам. Это очень важно, и для меня именно стримовый аудит был наиболее показателен. Вы заметили, что мы уже выпустили профессиональный видеоролик рекламный, записанный профессиональным диктором с профессиональным поставленным голосом, а не таким свойским, как у меня. А на этой неделе будут доступны личные кабинеты. Мы работаем над английской и китайской версией, и будет что показать уже также на этой неделе. Более того, мы готовим прорывной мощный медиаплан для массированной рекламной кампании, потому что за счет грамотно поданной рекламы, собственно, и будет жить наш проект как можно в течение большего количества времени. Друзья, и стоит ли мне напоминать вам, что именно самые долгоиграющие, самые такие долгоживучие проекты – это те, которые работают честно и на грамотно, правильно написано в смарт-контракте. Они не идут в сравнение просто с какой-то дрянью, там, наподобие там, хайпопирамид и проектиков, которые маскируются под псевдоинвестиции, либо сделки на бирже, у которых, собственно, одна задача – продать вам легенду, в кавычках, да, и потом просто скрыться с деньгами, потому что прецедентов уже было много даже там, на прошлой и на этой неделях. Вы понимаете, да, друзья, не доверяйте всем подряд, тем более я говорил, да, что с одним очень хорошим, стабильным и известным проектом был неприятный прецедент на прошедшей неделе. Я хочу, чтобы вы видели и понимали, что мы открыты к общению, мы пришли надолго, а в то же время участвуйте в проекте только той суммой, которой готовы рисковать, то есть той, которую вам не жалко будет потерять. Именно в данном случае, сама психология, то есть ваш настрой, он будет работать грамотно. Мы пришли надолго, но тем не менее. Мы готовы к сотрудничеству с топами различных сетей. Возможно, вы один из топов какой-то компании или проекта. Под данным видео есть мой телеграм. Просто пишите, я готов пообщаться лично по вопросам сотрудничества, каких-то индивидуальных условий сотрудничества, индивидуальных планов вознаграждений. То есть это все обсуждаемо. Пишите мне в Telegram, либо на официальную почту. С вами был Александр Иванчин. До встречи в одном из следующих видео, которое будет очень-очень скоро, и в нем будет очень-очень много таких шоколадных, прямо приятных новостей. Увидимся.